который будет следить. Короче, ну, там с криптовалютой связано. Типа, есть у тебя 5 бирж, ну, допустим, 5. Их вообще намного больше, но суть в том. Покупаем, короче, на всех этих биржах какое-то количество валют, ну, одних и тех же. И бот следит, короче, на какой бирже цена на... Ничего не сделал. Аппарат. Цена на...